Приветствую вас, ребята! Все мы пользуемся книгами, и у каждого из нас случалась ситуация, когда под рукой не оказывалось закладки, чтобы заложить нужную страницу. Некоторые в подобной ситуации загибают лист и портят тем самым внешний вид всей книги. Чтобы мы с вами так не делали, я предлагаю вам изготовить закладку своими руками из бумаги. Сначала выполняем основу. Для этого нам потребуется бумага для ксерокса. Белая или цветная, все равно. Из такого листа бумаги мы вырезаем квадрат размером 12 на 12 сантиметров. Я это сделала заранее, чтобы сэкономить немного времени. Вот такой квадрат. Теперь мы перегибаем его, складываем его по диагонали. Вот таким образом. Сложили. Теперь загибаем уголки вверх. Сначала правый уголок, а затем и левый. Главное, чтобы это получилось аккуратно. Сейчас я покажу. Так. Вот таким образом. Вот таким образом. Вот. Один уголочек и другой. Теперь мы разворачиваем наши уголки и перегибаем один верхний уголок вниз. Так. Вот так. Вот так. Теперь правый уголок закладываем как бы в кармашек. Так. Вот так я это сделала. Вот сюда, кармашек. И теперь левый уголок точно так же закладываем в кармашек. Вот таким образом. Переворачиваем. Основа нашей закладки готова. Теперь мы можем приступать к декорированию. Для украшения закладки вы можете сами нарисовать отдельные детали. Это могут быть цветы, животные, различные предметы, все, что вам нравится. Или же использовать готовые шаблоны, как я и поступила. Вот я распечатала вот такие шаблоны различных животных. И сейчас мы будем делать закладку лисичку. Необходимо вырезать необходимые нам детали. Вот я заранее вырезала головку лисички. И сейчас я приклею ее к нашей основе. Приклею клеем. Приклеила головку, а теперь приклеим, вырезаем и приклеиваем другие элементы, которые нам необходимы. Розовые ушки. Детали мелкие, поэтому нужно работать аккуратно. Так. Розовые ушки. Глазки. Глазик другой, черный носик. Черный
Сейчас я покажу, что у меня получилось. Вот получилась вот такая лисичка. Сейчас я ее немножечко маркером подкрашу, чтобы она у нас была так, более интересная. Зрачки ей нарисую черным маркером. Вот так мы ее рисуем. Глазки. Наша лисичка готова. Повстречалась мне лиса. Любопытные глаза. Притаилась за пеньком ярко-рыжим огоньком. И оттуда наблюдает, кто в ее лесу гуляет. Ребята, заранее я приготовила вам закладки с другими образами. Вот у меня есть еще закладка ежик. Закладка осьминожка.